Никакой коробочки, никакого тебе пакетика. Это вот такие вот кроссовочки. Давайте достанем второй. Да. Обалдеть! Ударило в нос. Аромат просто ужасный. Просто жуть как пахнут. Подпишись на канал, нажми колокольчик оповещения, и ты узнаешь первым о новом вышедшем видео. Нажимайте колокольчик оповещения и узнавайте о новостях первыми. Итак, всем салют, дорогие друзья. Давайте распакуем вот эту вот посылочку, которая дошла за 2,5 недели, дошла очень-очень быстро. Трек номер отслеживался. Принесли извещение вчера, сегодня сходил, получил. Оценена она в $3, весит 600 грамм. И здесь товар, который заказал один мой друг, это кроссовки. Я сам не заказывал никогда кроссовки, всегда боялся заказывать кроссовки, поскольку здесь покупаю постоянно с размерами проблема, потому что вот эти китайские размеры, это кошмар. У меня вот 44 размер, а приходится иногда покупать вплоть до 47, потому что не лезут. Вот, ну это лирика, ладно. Пакет пустой. Вот. Вот так вот запаковали продавцы. Открываем. Аккуратно открываем, поскольку это все-таки надо будет отдавать человеку. Никакой коробочки, никакого тебе пакетика. Это вот такие вот кроссовочки. Давайте достанем второй. Да. Обалдеть! Ударило в нос. Аромат просто ужасный. Просто жуть как пахнут. Непонятно чем, каким-то клеем. Ух, жестко. Вот смотрите, вот такие классные кроссовки. Честно вам скажу, сколько стоит, не знаю. Обязательно спрошу у него, даст он мне ссылочку. И размещу ссылочку, по ссылке можно будет обязательно посмотреть. Вот это вот, тут даже не написано, какой размер он заказывал, я у него, конечно, спрошу. Это кроссовки, вот такие вот замечательные кроссовки. Здесь сделано типа кожи, но это, скорее всего, кожзам. Здесь материал синтетика. Она мягкая такая, пористая такая синтетика, подошва резина, но резина причем мягенькая, она так проминается, так что я думаю, ходить в них будет удобно. Такие вот классные кроссовочки. Давайте посмотрим, что внутри. Прошиты-то они, конечно, не прошиты, это само собой. Внутри вот такая штучка, а они здесь даже не поднимаются, то есть есть шнурочки, зашнурованы они, как видите, с самого-самого-самого низа. Что внутри у нас? Внутри у нас покопаем. Есть вот такая вот стелечка. И здесь подошва, я так предполагаю, на клею. Никаких швов, ни одного шва я не наблюдаю. Есть клеевой шов. Надеюсь, что шов хороший. В общем, они проклеены. Ничего прошитого здесь нету, хотя есть место, можно подшить. Вот такие кроссовочки. Подошва мягкая, гнется. Гнется хорошо. Единственный огромный минус, как я думаю, по мне, это то, что вот этот материал, он наверняка не будет дышать. И в жаркую погоду будет очень сильно мокнуть нога. То есть он такой вот, как бы как резина, такая пористая резина. И еще огромным минусом это вот эти вот пространства. То есть сюда будет постоянно попадать грязь, и почистить их будет проблематично. Ну, я думаю, чтобы почистить их, придется все расшнуровывать, промывать, потом обратно зашнуровывать. Я предпочитаю обувь, ну, в основном кожаную, которую взял, почистил, и все, и замечательно. Хотя выглядят кроссовки довольно-таки неплохо, эффектно. Красивая оригинальная подошва. Сделано хорошо. Кому понравились кроссовочки, можете перейти по ссылке под этим видео и уже приобрести себе. А мы с вами ненадолго прощаемся. Еще раз повторюсь, кто хочет первым узнавать об видео, можете нажать на колокольчик под видео.
и вы будете узнавать первыми информацию о вышедшем видео. А на сегодня все. С вами был Владимир и канал «Китай стал ближе». Всем пока!